Всем привет! Сейчас можно записывать подкаст на кухне. Вот я в стиле стендап, на самом деле сэдаун это то же самое, что стендап, только когда хочется более расслабленно сесть, раскрепоститься и что-нибудь рассказать. Или, например, очень-очень холодно в квартире. У меня такое ощущение, что вот люди, которые занимаются ЖКХ отоплением, они пассивные гомосексуалисты, потому что когда на улице была жара, они отопление врубали так, чтобы 30 плюс было температура. А сейчас, когда на улице холодно, они здесь выключили дома отопление, и холодно дома. Сидим на самоизоляции, на карантине, так вот еще и морозит нас. Ну, когда сидишь много дома, чаще смотришь в окно, или слышишь, как соседи себя ведут. Соседи, как они себя ведут? Соседи общаются, ругаются. Как ругаются соседи? В основном все соседи говорят друг другу ключевые фразы. Ты меня заебал. Вот это самая популярная фраза. И дальше там, ты меня заебал, алкаш ебаный, или ты меня заебал, я нахуй отсюда. В общем, жизнь бурлится. Все идет своим чередом. Соседи ругаются. А за окном, например, каждое утро у нас ходит девушка с 5 собаками гулять. Девушка молоденькая, хрупкая, худенькая. А собачки большие. И они ее как по себе дернут, так она вот так вот за ними и бежит. Ну и собачки вместе с этой девушкой гуляют прямо под нашими окнами. А что собачки делают, когда они гуляют? Они писают, и как? Тут 5 собак у нас под окнами пришли, все поссали, потом посрали. И это 3 раза в день. Утром, днем и вечером. А еще я репетирую новую песню, очень хорошую, она называется «Озеро». Песня о любви. Ну, честно говоря, немножко там добавлю интриги, кому посвящается эта песня. Но те, кто следят за политической жизнью в нашей стране, обо всем догадаются. Поехали. Песня «Озеро». Привет, я сейчас занят тем, что рисую вот такие вот послания для центра занятости населения. Их надо раз в 2 недели рисовать и по электронной почте отправлять, чтобы лично туда не ходить. Дату очередной перерегистрации подтверждаю. Дату очередной перерегистрации. Собачка срет. Девушка специально стоит в телефоне, ковыряется, как будто это ее не касается. Спасибо вам всем за внимание, хорошего настроения. Подписывайтесь, пишите комменты. И самое главное, берегите себя, здоровье. Это сейчас самое главное. Пока. До встречи.